На что проедешь в Абхадришу? Абхадра. В индийской традиции это нецивилизованный человек. В вашей стране мы говорим джентльмен, порядочный человек. И это качество порядочности называется бхадра. В Индии на санскрите джентльмена называют бхадра. Итак, пока все мы не станем сознавать Кришну, каждый из нас считается абхадра. Абхадра. Когда человек приходит в сознание Кришны, то он должен стать культурным. Итак, это культура. Культура Кришны означает слушать о Кришне. Просто слушать. Постоянно слушать. Это и есть культура Кришны. Вы ничего не должны делать. Просто приходите сюда, усаживайтесь как следует и слушайте о Кришне. Это и есть культура Кришны. Вам не нужно заниматься дыхательными упражнениями. Просто садитесь как джентльмен и слушайте о Кришне. Это очень важный процесс. Мы уже обсуждали это. Шинватам Свакатха Кришна. Если кто-то просто соглашается слушать о Кришне, то его жизнь будет успешной. Только и всего, вам не нужно ничего делать. Наш метод таков. Пожалуйста, приходите, слушайте о Кришне. И принимайте немного прасада. Кришна столь милостив, что как только вы начинаете слушать о Кришне, вы сразу привлекаете внимание Кришны. Но даже если вы не привлекли внимание Кришны, все равно просто слушая и повторяя, вы становитесь совершенными, чистыми. Таков метод. Итак, если вы следуете этим путем, то даже если еще не достигли совершенства, все равно вы получаете благо. Тем не менее, вы получаете благо. Предположим, вы должны приходить на лекцию и услышать о Боге 100 раз. Но даже если вы услышали только 1 или 2 раза, все равно вы получаете благо. Вы не потеряете ничего. В шастрах говорится, что если под влиянием чувств например, в нашем обществе многие приходят, присоединяются, еще не понимая значения сознания Кришны, просто под влиянием чувств. Давай вступим. Нам это известно, они отказываются от своих обязанностей.
текст Свадхарман. Тьяктва значит отказаться. И свадхарма – профессиональные обязанности. У каждого есть предписанные обязанности. Как правило, в соответствии с ведической цивилизацией, профессиональные обязанности распределяются в соответствии с качествами человека. Даже в наше время, только если человек обладает квалификацией врача, его допускают к врачебной практике. Если у человека есть квалификация инженера, таким образом у каждого есть какие-то профессиональные обязанности. Итак, Шастра говорит, что под влиянием чувств он отказывается от своего профессионального долга. Тьяктва Свадхарман, Чаранам Буджам Харер. И присоединяется к движению сознания Кришны. Это нормально. Если кто-то присоединился к движению сознания Кришны, то дайте ему возможность стать совершенным. Но иногда так случается, что культуры не хватает. И из-за дурного общения, а дурное общение уже присутствует, потому что таковы дурные качества всей материальной природы. Она нехорошая. Итак, если человек присоединился к движению сознания Кришны и следует правилам и предписаниям, тогда он продвигается. В этом нет сомнения. Но так или иначе, даже если он уходит из сознания Кришны, Шастра говорит, что в чем его абхадра? Что такого плохого, даже если человек пал? Но тот, кто добросовестно исполняет свой профессиональный долг, что он получает? Попытайтесь понять. Если человек из сантиментов отказывается выполнять свои предписанные обязанности и присоединяется к движению сознания Кришны, но не может достичь совершенства, если, находясь в движении сознания Кришны, он падает, а тому есть много примеров, тем не менее он ничего не теряет. А тот человек, который очень исполнительный и добросовестно исполняет свой профессиональный долг, что это дает ему? Итак, тот, кто принял сознание Кришны под влиянием сантиментов, даже если падает, то все, чего он достиг, остается с ним навсегда. Даже если он достиг 1%, этот 1% совершенства гарантирован ему. В следующей жизни он начнет со следующего шага. Это так замечательно. И поэтому здесь говорится, нашта праешва бадришу. Не так, что все его материальные беды полностью прекратятся. Если они и закончатся, то до определенной степени. Не полностью. Тогда в чем результат? А результат таков. Он становится настоящим преданным, хотя, может, и не способен всему следовать. В силу тех или иных причин он падает. На что проешва? Проешву значит почти не полностью. Это так замечательно. Просто
начните слушать. И даже если вы пали, вы не лишитесь блага. Поэтому мы должны как можно скорее использовать этот шанс услышать Кришна-катху. И мы должны проповедовать таким же образом. Таков наказ Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху путешествовал повсюду. И некоторые становились вайшнавами, просто увидев его, слушая его, человек становился вайшнавом. Чайтанья Махапрабху был верховной личностью Бога. Он был очень могущественным. И некоторые хотели прийти к Чайтанье Махапрабху и все оставить. «Мне не понравится, если ты это сделаешь», — говорил Чайтанья Махапрабху. «Нет, не меняй своего положения. Не обязательно приходить ко мне, но стань духовным учителем». Такова наша философия. Каждый из вас, станьте духовным учителем. Это слова Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху говорит: по моему указанию, вы не можете по собственной прихоти стать духовным учителем. Только по указанию вышестоящего, того, кто старше вас. Если он скажет: теперь ты можешь принимать учеников, тогда вы можете это делать. Таков процесс обучения. Это означает, что когда человек получает указания от духовного учителя, он может стать духовным учителем. И это указание не секрет. Это не секрет. Но оно должно выполняться должным образом, как сказал Чайтанья Махапрабху. Как оно звучит? Амара гьяя гуру. Ханатарейдеш. Не нужно уезжать из дома, страны. Оставайтесь там, где живете. Бхагаватам также подтверждает это. Оставайтесь в своем положении. Не обязательно менять его. Но если вы получили это указание от самого Кришны или через представителя Кришны, тогда ваша жизнь будет успешной. Это объясняется здесь. Чем больше вы слушаете, тем больше вы духовно растете. И мы видим на практике, все наши преданные начинают с раннего утра. Мы видим большие перемены в их жизни. Почему они стали так заметны? Просто благодаря слушанию. Шрути. Шрути значит слушание. Итак, наше движение, движение сознания Кришны, не говорит, что вы должны отказаться от своих предписанных обязанностей, отказаться от дома, отказаться от своей семьи. Нет. У нас есть много грехаств, домохозяев. Можно особо упомянуть Бхактивинода Такура. Он был грехастый. Он не оставил ни свой дом, ни свою работу. Он был судьей, правительственным чиновником. Но он стал великим преданным, следуя культуре. Какой культуре? Кришна-катха. Просто когда он возвращался домой с работы, скажем, 5 или 6 вечера, то он сразу же шел ужинать и шел отдыхать. И потом он просыпался в 3-4 часа ночи и начинал писать книги. И так он дал нам много замечательных книг, и особенно Чайтанья Чаритамриту. И много песенников на бенгали, на английском, а некоторые на санскрите.
Так он жил. Если кто-либо хочет служить Кришне, жизнь Бхактивинода Такура — хороший тому пример. Даже становясь ответственным правительственным чиновником, человек сможет стать по-настоящему идеальным гуру, если только захочет исполнить приказ своего духовного учителя. Таков путь. Поэтому говорится: «Ниттям Бхагавата Севая». Бхагавата — это слово, происходит из слова Бхагавата или Бхагаван. Бхагаван значит верховное существо, обладающее всеми шестью достояниями. Достояние называется Бхага. И верховная личность обладает всеми шестью видами достояний. Его называют Бхагаван. Каждое слово в санскрите имеет коренное значение. Бхага значит удачу или богатство, а Бхагават, вата, означает владение. Если вы владеете чем-то, тогда используется это слово, его суффикс. Бхага – изобилие, Иван, Бхагаван. Таков разбор этого слова. Со словом «Бхагаван» связано слово «Бхагавата». Итак, эта книга называется «Бхагавата», а преданного также называют «Бхагавата». Вам необходимо лишь служить этой книге, а также преданному человеку Бхагавате, как об этом говорится в читании Чаритамрите. Такой Бхагавата, личность Бхагавата. Есть гуру, духовный учитель, а также Кришна. Вам следует получить милость обоих. Если вы думаете, я получу милость гуру, но до Кришны мне нет дела, то это неправильно. Вы должны снискать милость Кришны. Или если вы обретаете милость гуру, то естественным образом вы получите милость Кришны. Исья прасадат, Бхагават прасадат. Если вы удовлетворите своего гуру, то значит доволен и Кришна. Как, например, у вас на коленях ваш маленький сын. Если кто-то из окружающих порадовал его, то вы также радуетесь. Есть такая поговорка: «Любишь меня, люби и мою собаку». Аналогично, если вы полюбите собаку Кришны, слугу Кришны, того, кто всегда занят служением Кришне, то Кришна также будет доволен. Кришна говорит: если кто-то поклоняется моему преданному, то я ценю это больше, чем поклонение мне самому. И здесь это подтверждается. Нитья Бхагавата Севая. Если вы хотите, чтобы ваша любовь к Богу, чувства и эмоции к Кришне усилились, то должны обратиться к этому методу Нитья Бхагавата Севая. Вы должны делать это регулярно. Поэтому мы так подчеркиваем необходимость регулярно посещать лекции и слушать о Кришне. Тогда вы будете расти в сознании Кришны. Наштхики означает неуклонно. И бхакти — это преданное служение. Бхакти также означает бхагавати. Слово бхакти используется только по отношению к Бхагавану. Есть множество ненастоящих бхакт. Кто-то предан своей семье, кто-то своей собаке, своей стране, обществу. Есть разные виды привязанности. Но здесь говорится,
Бхактир Бхагавати. Бхакти — это привязанность к Бхагавану, Верховной Личности. Бхактир, Бхагаван и Бхакта. Есть Бхагаван, есть Бхакта. И отношение между Бхагаваном и Бхактой — это и называется Бхакти. Имперсоналисты не могут понять этого, потому что для них не существует двойственности. Они не верят в двойственность Бхагавана и Бхакту. Они считают, что все едино. Не может быть и речи о Бхакти в монистической философии имперсоналистов. Бхакти возможно в двойственности. Нитьо нитьянанам, так сказано в Ведах. Нити — верховное существо и подчиненное существо. Подчиненное — значит, вы служите высшему существу. Это называется бхакти. Для того, чтобы достичь совершенства бхакти, преданного служения, человек должен начать с Шинватам Свакатах Кришна. И постоянно слушая о Кришне, Нашта Праешва Бадришу. Абхадра — это неблагоприятное желание. Что это за неблагоприятное желание? Карми — это те, кто хотят обрести счастье, просто упорно трудясь в этом материальном мире. Это карми. Все пытаются заработать как можно больше денег. Дива днем. Днем карми занят. Дива чартехая раджан. Где деньги? Где деньги? Где деньги? Особенно в вашей стране, в этих больших городах. Все эти замечательные автомобили носятся туда-сюда. Зачем? Где деньги? Где деньги? Дива чартхегая раджан. Если вы заработали деньги, то что вы делаете с ними? Кутумба баранена. Кутумба значит семья, жена, дети, родственники. И вы думаете, как обеспечить их, как дать им денег? Как обеспечить их жильем, пищей? Также наши сограждане, кутумба баранена. Таким образом, вы тратите впустую весь день, разъезжая на машине, зарабатывая деньги. Затем вы тратите их на семейные нужды. И что же такое человек делает ночью? Нидрая, хриятен актам. Бессмысленная жизнь. Или дьяваенача. Секс. Итак, это все, что делают карми. Ночью они спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги и тратят их. Где же тогда сознание Кришны? Где здесь сознание Кришны? Какого результата достигают эти карми? Поэтому в шастрах их называют мудха. Мудха значит осел. Почему осел? Ведь эти люди столь разумны, они тяжело трудятся. Но ради чего? Ради чувственного наслаждения. Они просто сходят с ума, зарабатывая деньги и растрачивая их. Но ради какой цели? Только для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Во Франции, в Париже. Старики, которым по 75-80 лет, посещают ночные клубы. Они покупают входные билеты за $50. Затем они покупают себе подружку, покупают вино, еще $300. Такова жизнь карми. Он не понимает, зачем мне так тяжело трудиться? Почему я зря трачу деньги на чувственные услады?
В наших книгах все есть. Внимательно прочтите Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, и ваша жизнь будет успешной. Итак, здесь дается один совет. Нитья-Бхагавата-севая. Ежедневно читайте Бхагаватам и старайтесь служить человеку Бхагаватам, вашему духовному учителю. Вы должны исполнять его наказ. Старайтесь слушаться его, иначе ваша жизнь будет прожита зря. В нашей Бхакти-марге самая главная наша обязанность – Адау Гурвашам, Саддхарма Притча. Сначала вы должны принять духовного учителя и задавать ему вопросы о том, как достичь успеха в духовной жизни. И вы должны следовать его указаниям. Это называется Бхагавата Севая, Нитям. Это нужно делать регулярно. Затем Бхагаваттюттама Шлоки. Уттама – это означает трансцендентный. Ут означает над, а тама – тьма. Тама – это тьма, тьма невежества, а также этот материальный мир. Тама. Материальный мир покрыт тьмой, и Кришна поэтому дал нам солнце и луну. Без солнца, без луны мы ничего не сможем увидеть. Это естественно в этом материальном мире. Темнота. Поэтому этот материальный мир именуют тама или миром тьмы, невежества. Бхагаван — это уттама. Уттама означает тот, кто находится за пределами этого материального мира. Существует и другая природа, не покрытая темнотой. Об этом говорится в Упанишадах. Там нет необходимости в солнечном свете. Есть другая природа, и там нет необходимости в солнечном свете. Натат басаете сурьё. Там нет нужды в солнечном свете, там нет нужды в лунном свете, там нет необходимости также в электричестве. В Бхагавад-гите говорится, там нет необходимости во всем этом, потому что, как, например, здесь, в этой вселенной, есть одна светящаяся планета — Солнце. А в духовном мире все планеты сияют, как Солнце. И поскольку все они излучают свет, то весь духовный мир исполнен сияния. Это называется Брахма-джьоти. У нас есть все эти знания о духовном мире, о материальном и о том, почему в этом материальном мире нам приходится рождаться, умирать, стареть и болеть. Поэтому, если мы будем продолжать слушать Нитям Бхагаватам, то есть Бхагаватам, мы узнаем обо всем во всей полноте.